На черно-белой фотографии легендарный борец, тренер по самбо, заслуженный мастер спорта Евгений Михайлович Чумаков. Среди его многочисленных учеников – чемпионы СССР и чемпионы Европы. Евгений Чумаков – автор более 200 пособий и публикаций по боевому искусству, в том числе книги «100 уроков самбо. Школа легендарного мастерства». В стенах вуза, где долгие годы преподавал профессор Чумаков, сегодня проходит мастер-класс чемпиона мира по боевому самбо Алексея Иванова. Сейчас идет подготовка Алексея Иванова к международному турниру по смешанным единоборствам «Новый поток». Алексей представляет наш бойцовский клуб «Патриот» Академии спортивных и прикладных единоборств. Очень хорошо, очень здорово, что организуются подобные мероприятия. Спасибо региональной организации «Новый поток» за проведение данного турнира. Алексей у нас очень активно готовится, очень ответственно относится к данному мероприятию. Отдельное спасибо хочется сказать Российскому государственному университету физической культуры, спорта, молодежи и туризма за предоставленные возможности для подготовки наших бойцов. И отдельное спасибо группе компании «Мортон» за всестороннюю поддержку. Очень переживаем за Алексея. Желаем ему успехов и будем болеть за него на соревнованиях. Тренировка проходит в группе со студентами третьего курса факультета служебно-прикладных единоборств. Ребята не новички в этом виде спорта, чувствуется определенный уровень подготовки. И все же с чемпионом мира спарринговаться оказалось непросто. Выйти на ковер с бойцом сильнее тебя – это прежде всего сила духа и настоящий мужской характер. Как и со всяким чемпионом мира, довольно тяжело, очень физически крепко развит. Поэтому с ним очень тяжело, но есть чему поучиться. Удары, конечно, очень сильные, ощутимые, но нужно стремиться расти. Он хорошо левую выкидывает, надо левой работать постоянно. Он также ростом, как я, почти, чуть поменьше, может, и постоянно левой работает, чтобы держать противника на расстоянии. Это мне и понравилось больше. Тренировка получилась настолько динамичной и разнообразной, что у зрителей создалось впечатление, как от присутствия на настоящих профессиональных боях. Заглянувшие в зал девушки были в восторге от увиденного. Скажите, как вам тренировка? Супер. Вообще очень интересно. Да. Алексей Иванов. Придете болеть на турнир? Да, обязательно. Среди активных болельщиков и организаторы предстоящего турнира по смешанным единоборствам «Новый поток». Спортивный азарт не дал ему сидеть на скамейке зрителей. Со стороны видны нюансы, которые, возможно, пригодятся Алексею Иванову в будущем. Дельный совет пойдет в копилку мастерства и приблизит его победу. Естественно, боевой настрой высокий. То есть я, конечно, покажу, подготовлюсь в полную силу, подойду на пике своих возможностей, на пике своей спортивной формы и покажу то, что я умею. Алексей признается, что такие встречи очень полезны для него, поскольку с каждым спарринг-партнером, пусть даже пока без чемпионского титула, нельзя расслабляться. Концентрация внимания должна быть такой же высокой, как и на серьезных турнирах. Мастер-класс получился результативным для всех его участников. Это и есть наша одна из основных задумок, чтобы в каждом заведении спортивного, такого как институт физкультуры, как фитнес-центр, проводились наши мастер-классы для популяризации спорта. Надеемся, что этим турниром мы привлечем внимание молодежи именно к развитию себя в плане единоборств, просто физической культуры хотя бы. Что люди посмотрят, что спорт в наше время наконец-то стал модным, и, соответственно, надеемся, что молодежь придет в залы. Знакомство с известными спортсменами благодаря новому потоку продолжается. Организаторы готовят еще несколько интересных встреч. Мы очень рады тому, что эти мастер-классы становятся практически традицией. Сейчас ведутся переговоры об аналогичном мастер-классе с Федором Емельяненко. Возможно, мы сможем провести мастер-класс также в Московском государственном университете. Помимо спортивных целей, в движении «Новый поток» заложена подвижническая и педагогическая идея. Как в советские времена говорили, от массовости к мастерству и «О спорт, ты мир». Связь поколений чувствуется, и молодежь с благодарностью откликается на такие инициативы.